Колеса это уже с нового образца, да? Широкие поставили, диски стоят, ну, новые. Стартер большой. Зиловский, что ли, тоже новый. Перед. Двигатель не в масле. Краник. Проводка вон родная. Радиатор, растяжки все нормальные. Перед бортовые. Вроде все нормально. Здесь место, не пойму, заварено, что ли. Да. Хорошо, ладно. Ну, мы посмотрим пока. Ага, все. А вы нашли трассу-то где? Да, возле коттеджа стоит. Ну, да. Все, давай, хорошо. Давай, давай, стаканы. Не знаю, ничего не могу сказать по стаканам. Вроде живые ходят. Здесь одна шпилька. Ну, это не критично. А, здесь колесо старое, другое, да, и побитое оно в одном месте. И вон снутри тоже побито. А уже это диск один поменяли, видать. Крылья, конечно, такие. Насос НШ-16, по-моему, новый, ребристый, переставляли. Значит, недавно красили, я так подозреваю. Рулевые, по-моему, сухари меняли, потому что наружное что-то не зашплинтовано. Подвесной кардан, ну, вроде живой, вон один болтик новый крутили. Стянутый он нормально. Здесь вроде резьба есть хорошая. Подушки тоже смотрели. Здесь подвесной нормально, тяга также приварена. Так, ничего не могу сказать по кабине. Кабина, конечно, не очень, на воде. Ага, значит, мы его не заведем. Он на воде. Задняя резина тоже меняли. Что-то он так сожравший, как будто как по асфальту ездил. На задней резине. Резина еще, конечно, походит так. Вот кабина. Кабина, конечно, требует приложения рук. Задняя. Она есть кабина, но понятно, что вареная вом. Нормально, растяжки уже перебирали, значит, живая. 91-й год он. Подушки. Два шланга вытащено с этой стороны, как всегда, нету. Диски внутри нормальный, уголок, конечно, боевой. Так, навески, руки надо будет немножко приложить, потому что эти болтики все, ну, не критично. Вон центральный тоже не пальцы, а болты вставлены. Это резина на кабина. Тоже требует рук этот диск, наверное, родной. Резина точно такая же. Вом шланги блокировка, шланги переделанные. Ну, видать, рабочий, значит. Дверь убитая. В
кабине. Ну, руки приложить надо. Аккумулятор большой. Стоит, клемму делали. Шильдочка старая, еще все стоит. Родная. Проводку зад, конечно, делать. Печку уже вниз мастрячили, вверх. Ну, в кабине руки надо серьезно прикладывать. Это стекло, видать, разбито было. А этот меняли. Потому что, я так думаю, с косилкой, что ли, вон стеклышки валяются. Есть. Здесь все старого образца. Печка, видать, не работает. Может, часов 1100, а будет, не будет, хрен его знает. Так что вот так. Так. Дверь, конечно, ужасная. Ну вот, скажу, что тоже денег стоит. Дверь-то существенно не повлияет на цену, но завести, я думаю, вряд ли мы его заведем, потому как он на воде. Глушитель переделанный какой-то с банка. Помпа еще старая, термостат еще старого образца. Ну, как-то вот так. Не знаю, сзади диски. А, забыл сказать, трактор недалеко здесь, в Калининском районе стоит. На окружной, на Ленинградке. Рядом здесь. Так что, кому надо, пишите. Скину данные. Номер снят. С учета, видать, снят. Дам данные, приедете, посмотрите, кому будет интересно. Ну, вроде внешне все рассказал, заводить даже не хочу. Ну, в принципе, можно было посмотреть сцепление. Но это с водой. Сейчас решимся, надо или не надо, и может посмотрим.